В новые квартиры так и не переехали. Ситуация с переселением жителей региона из ветхого и аварийного жилья вышла на уровень прокуратуры. В Бодайбо надзорный орган обвинил местную администрацию в бездействии. Согласно федеральной программе, 1 сентября все муниципалитеты должны были завершить переселение граждан. Для некоторых районов, например, Братского, сроки были увеличены. В Бодайбо, несмотря на меньшие объемы ветхого и аварийного жилья, на конец августа нерасселенными остались 154 квартиры. Сегодня городская прокуратура направила в суд иск. Официальная формулировка требует признать незаконным бездействие местных властей. Невыполнению программы, согласно информации надзорного органа, способствовало отсутствие взаимодействия с застройщиками, недостаточные темпы работы по изъятию и выкупу помещений у собственников, что привело к нецелевому использованию средств областного бюджета и невыполнению обязательств в установленные сроки.